Семейные фотографии. Прежде всего, искренние чувства. Всегда за то, за настоящие эмоции человеческие, за искренность и за позитив вот этот вот. Затем нам понадобится хорошее настроение. Оно в последнюю очередь зависит от погоды. Хороший день у нас выдался для съемок. Замечательная компания. И, конечно, хочется, чтобы на фотографии Ивана и Алена выглядели прекрасно. Ведь в историю, пусть даже и семейную, лучше входить, как говорится, при полном параде. Лучезарную улыбку и ровный цвет кожи иметь при себе обязательно. Внимание, снимаем. В детстве у нас с Ванюшкой одинаковые брови. То, что природа сполна одарила брата и сестру обаяние, это большая удача, особенно для визажиста и фотографа. У нее такое замечательное лицо, что стоит сделать два каких-то штриха, акцентировать глаза, и уже она становится яркой. Для Алены, поскольку она в бежево-коричневой гамме, необходимо было сделать что-то, какую-то натуральную гамму и в макияже. Очень хорошая фактура. Досталось им от родителей. И все же совет профессионала никогда лишним не будет. Актеру, даже если он равнодушен к моде, менять образ приходится часто. Если не в жизни, так в кадре. Ну просто у вас полированные волосы, когда вы пользуетесь этим, они как такие получаются по концу утонченные. Образ получился как нельзя лучше. Минимум деталей, максимум чувств. И пусть сегодняшние фотографии отличаются от той, детской. Зато на них читатели журнала смогут увидеть, что такое неподдельная любовь сестры и сердечность брата. Сами ребята очень обаятельные. Место очень приятное здесь. И, в общем-то, никаких проблем особенно не было. Приятно очень работать с красивыми людьми.